Проблема кадров стоит в целом на территории Российской Федерации. Здравоохранение не исключение является и город Севастополь. В 2014 году у нас отмечался достаточно большой приезд врачей на территорию города Севастополя. Многие из них остались работать, но эти врачи были в основном имели специализированную направленность. То есть это врачи-онкологи, это врачи-кардиологи, это врачи специализированной медицинской помощи. При этом, учитывая, что основная направленность – это профилактическая и первичная медико-санитарная помощь, конечно, сегодня правительство города Севастополя, департамент здравоохранения озабочены привлечением врачей первичного звена. Второй год на территории города Севастополя работает программа «Кадры», которая предусматривает выплату 1 000 000 рублей лицам, приехавшим на работу в город Севастополь из других регионов. И по опыту работы мы, в общем-то, по итогам прошлого года, мы увидели, что только этого направления недостаточно. Необходимо работать и в первую очередь, наверное, начинать работу с местными жителями. Именно поэтому в прошлом году было заключено 110 договоров на целевое обучение, и сегодня мы уже имеем информацию о том, что 84 жителя города Севастополя, молодежь, поступили в различные вузы, медицинские вузы, на получение специальности врача. Более того, проанализировав ситуацию, в каких медицинских вузах учатся жители Севастополя, а это как раз оказались вот Южный федеральный округ, это Ростов, это Ставрополь, это Краснодар, это Симферополь, конечно же, мы приняли решение о том, что необходимо сегодня встретиться и рассказать о том, чем же располагают наши медицинские организации, чем они хороши, какие варианты развития своей собственной карьеры, своих собственных знаний могут получить выпускники медицинских вузов для работая в городе Севастополе. Именно поэтому мы за месяц до зимних каникул, до окончания зимней сессии, мы разослали во все медицинские организации Ставрополя, в Ставрополь, в Краснодар, в Ростов и в Симферополь приглашение на встречу с нашими медицинскими организациями. Кроме этого, мы отправили во все медицинские колледжи этих же регионов для приглашения для встречи с коллективами медицинских работников.